Сегодня в старте особенный день. Приезжают мастера. Так тут называют тех, кто много лет назад изучал здесь азы баскетбола, потея на площадке и разбивая коленки на асфальте. Андрей Рогачев – лидер баскетбольного клуба «Лара» и воспитанник известных тренеров Сергея и Андрея Аканиных. Много лет подряд он проводил в лагере по 2 сезона, оттачивая финты и броски. Когда были такими маленькими шкетами, сами здесь тренировались, бегали, занимались любимым видом спорта – баскетбол. И сейчас приехали показать мастер-класс, поиграть с молодежью, посмотреть, как они растут сами, то есть поддерживаем в летний период времени, пока не игровой сезон, форму. В старт приехала элита бурятского баскетбола. Сергей Константин Загибалова, Михаил Шадонов, Денис Лицеус, Петр Абакумов и другие. Посмотреть на игру пришли ребята со всех отрядов. Для них это настоящее событие и своеобразный подарок за то, что выдержали 3 недели утомительных тренировок. А за что ты любишь баскетбол? Баскетбол – это игра хорошая. Много друзей можно приобрести. Иногда играешь, тебе нравится. Особенно, когда забиваешь. Нет. Ну а ты за что любишь баскетбол? Потому что это командная интеллектуальная игра. И она очень развивает ум. Баскетбол – это лучшая игра с мячом. За последние 5 лет лагерь в Нижнем Саентуе превратился в современный тренировочный комплекс. Тут построили столовую, большой спальный корпус и уложили прорезиненное покрытие, чтобы коленки не разбивать. А недавно здесь появился крытый бассейн. Он рассчитан на 15 детей и оборудован системами очистки и подогрева воды. Тренировались, купались, оздоравливались. Но самое главное, что дети получили заряд энергии и тот необходимый технический арсенал, физический арсенал, который пригодится им в дальнейших соревнованиях. За первый сезон в лагере отдохнули 114 детей. На второй сезон путевок выделили больше. Поэтому тут смогут набраться сил и прокачать свои способности еще больше начинающих баскетболистов.